Почему ты так долго? Найди меня, любимый. Почему ты оставил меня? Интересно, что на ужин будет сегодня? Только бы не рыба. Ненавижу рыбу. Thank you.
Потому что ты забыл в радиатор воды налить, идиот. Вот сраный двигатель перегрелся. Чё сказал? Сам иди в жопу. Это ты должен был воды налить. Это твоя работа. И косяк тоже твой. Да ладно, ты такой хороший водитель. Да? Отлично. Вот тогда двигай сюда и забери меня. Твою мать. Я найду его. Это лишь вопрос времени. Посмотрим, на что ты... Давайте, ребята! Чем быстрее закончим, что? Это плохо для тебя кончится. Зачем ты вернулся? Это плохо для тебя кончится. Зачем ты вернулся? Посмотрим, на что ты способен. Зачем ты вернулся?
Посмотрим, на что ты способен. Это плохо для тебя кончится. Зачем ты вернулся? Посмотрим, на что ты способен. Зачем ты вернулся? Это плохо для тебя кончится. Посмотрим, на что ты способен. Зачем ты вернулся? Плохо для тебя кончится. Посмотрим, на что ты способен. Зачем ты вернулся? Посмотрим, на что ты способен. Плохо для тебя кончится. Зачем ты вернулся? Привет, уважаемый коллега. Я кое-кого ищу. Такой высокий, сгорбленный мужчина с длинными темными волосами. Может, ты его видел? Умы как-то не довелось. А что такое? Я ищу своего брата, Афанасия. Он недавно исчез без следа. Я уже все тут обыскал. Я хочу попросить тебя об одолжении. Что ты задумал, незнакомец? Я нашел старый сейф, который не могу открыть. Кажется, ты разбираешься в замках. Так что я подумал... Извини, мне нужно заниматься поисками брата. Я не могу отвлекаться. Счастливого пути, друг мой. Да, и возьми вот это. Как знать... Может пригодиться.
Ли тебе надо? Чем могу помочь, профессор? Что случилось, мышонок? Что случилось, Игорь?